Ты. Да-да, ты. Ты раб или гражданин? Если ты раб, пролистай. Это видео не для тебя. Если ты гражданин Казахстана, смотри это видео до конца, поставь лайк, поделись и подпишись. Представьте, мы все граждане Казахстана. Президент, аким, депутат, прокурор, водитель, таксист, повар. Мы все равны перед законом. Эта страна принадлежит нам всем. Недра, богатство по праву принадлежат нам всем, гражданам Казахстана, 20-миллионному народу. Но теперь представьте, из-за нашей аполитичности, из-за нашей безразличности, власть узурпировали бандиты во главе с Токаевым и крадут сотни миллиардов долларов. Они, их дети, наслаждаются жизнью, проживают за границей, покупают яхты, дворцы за границей, крадут сотни миллиардов долларов. А мы, 20-миллионный народ Казахстана, нищенствуем, выживаем, живем как рабы в собственной стране. И представьте, эти бандиты узурпировали власть и крадут сотни миллиардов долларов не из-за того, что они такие сильные, а из-за того, что мы, 20-миллионный народ Казахстана, позволили этим бандитам сесть нам на голову. Поэтому мы, Координационный совет оппозиции Казахстана, призываем мирно свергнуть режим Назарбаева-Токаева и построить крутую демократическую страну по образцу ведущих стран мира. Это европейские страны, США, Япония, Южная Корея. Перемен хотят миллионы, и только эти миллионы смогут сделать перемены. Поэтому, уважаемые друзья, надо действовать, создавать скрытые ячейки, выходить на штаб, финансировать, инвестировать, зарабатывать большие деньги. Если вы боитесь, у нас есть люди, которые готовы организовывать сопротивление, снести этот режим и построить крутую страну. Для этого нужно их поддержать. Мы, Координационный совет оппозиции Казахстана, говорим, нам нужно собрать 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге для того, чтобы организованно и гарантированно свергнуть режим Назарбаева-Токаева. Подробно смотрите фильм в Ютубе на канале Мухтар Аблязов «Токаев собирается сбежать из страны». Заработай большие деньги с Мухтаром Аблязовым. Только объединенными, активными, организованными действиями мы можем свергнуть режим и построить крутую страну. Действуйте, друзья! Алга, Казахстан!